окончанию сеанса. Вот так я тщательно промываю кисть. Растворитель без запаха. Протираю хорошенько. Беру вот такие вот два кусочка плотной бумаги. Зажимаю с обоих сторон. Зажим тоже имеет хорошую площадь, так что кисть зажимается на определенную площадь. Вот так он у меня теперь хранится до следующего использования. Теперь берем следующую кисть. Дэггер. В переводе кинжал для специфических работ, для проведения определенной текстуры. Здесь щетина не очень жесткая, поэтому здесь такие жесткие линии и не проводить не так уж легко. Но оставлять определенную текстуру им очень хорошо. И вообще красить хорошо им. Кинжал у меня пока не распушился. Так что я его оставляю пока в таком виде, как есть. Так, тройник закроем. А здесь мы почистим предварительно. Здесь вся краска уже оставшаяся. Я его не буду хранить, потому что он быстро... Зеленая краска очень быстро затвердевает. Почистить хорошенько палитру. Вот так я очищаю палитру. Это привычка. Тоже только после еды посуду моете, вот так мы после окончания работы очищаем палитру. Сюда немного растворителя. Растворитель хорошо счищает. Вот, убирается палитра сюда и закрывается. Так, это мы убираем. Так, кистеводку закрываем. Вот так. И тоже убираю. Я это вам специально показываю, чтобы начинающие выработали себе привычку